стремимся развивать разные виды стрельбы прикладной. Это практическая стрельба, оборонная, полицейская. В оборонной стрельбе примечательно то, что там создаются условия непосредственного применения оружия. Disciplina per noi molto importante ed è molto conosciuta nel mondo. Матч прошел очень организованно. Стрельба из пистолета является перспективным направлением. Женщин возрастает, они приближаются к мужчинам, к первым местам, то есть очень хорошие стрелки женщины. И дальше будет поддерживать Федерацию практической стрельбы России, развивать стрелковые виды спорта и совершенствовать культуру безопасного обращения с оружием. Великолепный матч, погода удалась, хорошо постреляли, отличное настроение, победили. Тоже хочу стрелять. Мы очень благодарны, что французский стрелковый клуб принимает крупные региональные соревнования у себя. Также благодарны мы нашим спонсорам, это компания Orsis, компания Fetter, компания Intertest за помощь спонсорскую в проведении и в организации.